Всем привет, друзья! Вы на канале Конфетки ТВ, и в этом видео я сделала для бумажной уточки повязочку. Повязочку вот такую вот для купания. Вот так вот будет примерно выглядеть. Ну а мы с вами приступаем. Итак, для начала вам нужно обвести уточкину голову и отметить уровень щечек, шейки и глазок. Теперь мы с вами накидываем набросок щечек, клювика и глазок, потому что, чтобы примерно видеть, как будет смотреться повязочка. Вот так вот. Вот так вот у вас должно получиться. Ну, не обязательно рисовать красиво, чтобы просто можно было прикинуть. Теперь вы можете определиться, какую вы хотите делать повязку. А я решила сделать все-таки повязочку лягушечки. Она делается очень легко. Просто ведем такую волнистую линию. Вы можете, конечно, сделать и прямую. Но мне кажется, что так будет лучше. Ведем вот так вот. Сделаем тут немного пошире. И сужаем опять. Вот тут вот рисуем один вот такой вот полукруг. Второй полукруг. Еще один круг внутри, как будто бы ушки. Дальше рисуем вот такой вот круг. Вот с такой вот вмятиной. И еще один такой же круг. Вот так вот. Теперь у меня получилось все неровно. Я сейчас все быстренько исправляю, чтобы получилось все достаточно ровно и аккуратно. Вот тут вот я подправлю ушки. Тут немного уберу линии. Я немножечко все подправила. Когда мы будем вводить черной ручкой, все уже станет немного получше смотреться. Это вот нам вообще не надо обводить. Нам нужно обвести только нашу повязочку. Теперь нужно бы немножечко все подправить фломастером и стереть все наброски. Для начала я стираю все наброски. Дальше обвожу весь контур немного фломастером. Можно примерить голову уточки. Все отлично будет подходить, это будет ложиться сверху. Теперь мы приступаем к раскраске нашего повязки. Я беру зеленый цвет, немного вот такой мятный, и начинаю все раскрашивать. Вот так вот у меня получилось. Теперь вам нужно все заламинировать скотчем, ведь так будет смотреться аккуратнее и красивее, и также изделие будет гораздо дольше вам служить. Вот такая вот повязочка. Теперь осталось только ее вырезать. Вот такая вот повязочка у меня получилась. Вот так вот ее можно примерять на уточку. Все отлично подходит. А также, чтобы было удобно креплить, я использую обычно скрепки.
Все закреплено, уточка никуда не падает, с нее повязочка. Уточка может спокойно ходить в ванную или же прихорашиваться. Ну а на этом все. Подписывайтесь и ставьте лайк. Всем пока!